Добрый день, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям. Вдруг кому-то из ваших друзей это упражнение пригодится. И сегодня у нас с вами будет очень интересное, очень полезное упражнение по нашим зажимам в теле. Телесные зажимы – это отражение прошлых психологических проблем, неотыгранные эмоции – это балласт. Телесные зажимы мешают жить, радоваться, начинать новые дела и завершать старые. Сегодня мы познакомимся с вами с практическим способом раскрепощения и ликвидации телесного зажима. Этот способ мы назовем с вами преувеличение. Первое. Выберите фразу, слово или словосочетание, которое не оставляет вас равнодушным, вызывает эмоции, чувства, или определите задачу, которая не поддается решению. Проговаривайте фразу или слово несколько раз и внимательно прислушивайтесь к своему телу. Как оно реагирует, как оно обращает внимание, что с ним происходит. Так выражение «я уверенный в себе человек» может вызывать выражение гримасы боли на лице, головокружение, ломоту в суставах. Это сигнал о том, что в вас сидит телесный блок, связанный именно с этой фразой. Теперь его тайное местоположение стало известно, и остается только избавиться от вампира, живущего в вашем теле, навсегда. Как избавиться от телесного зажима? Снова и снова повторяйте пусковую фразу и сосредоточьте внимание на возникающих телесных ощущениях. Увеличивайте интенсивность ощущений, усиливайте их, усиливайте максимально. Усиливайте на полную мощность. Когда достигнете пика, остановитесь. После этого еще раз нажмите на кнопочку. Повторите эту фразу. Вероятнее всего, мышечный зажим исчез из вашего тела. Вы дали ему слишком много энергии, и она его уничтожила, сожгла. Если все-таки частички от него сохранились, повторяйте упражнение до тех пор, пока они полностью не исчезнут. Без остатка. Чем хорош этот способ? Легко, быстро, удобно. За 25-30 секунд каждый человек может убрать зажимы в своем теле на пути к здоровью, к счастью, к любви, к удаче, к деньгам. И Бог знает еще к чему. Удалив один зажим, можно переходить к другому и так планомерно удалить из своего тела все блоки, все зажимы и стать по-настоящему счастливым. С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству.